90, 60, 90. И это только голова. Здравствуйте. Пилос вчера купил. Хочу сдать. Не пилит пила уже, понимаете? Не пилит. Давай. Давай, сдавай. Тряпка. На пилу валишь-то. Ты на свои руки посмотри, вермишелины. Ты сначала пойди подкачайся, научись пилить нормально. А потом уже возвращать, слабак. Кто слабак? Я слабак? Ты слабак. Я не слабак, ты понял? Я пойду сейчас пилой. Знаешь, сколько напилю? А ну давай. А я кубометр тебе напилю. Давай. Да я два кубометра напилю. Да ладно, ля-ля. Да я приду. Ладно. Сфотографируй, принесу тебе фото. Давай, давай. И еще и с фоткой, ага. Видел, Леха? Вот так. За две недели ни одного возврата. Добрый день. Добрый. Вот хочу дрель вернуть. Давай, возвращай, тряпка. Че, не сверлить совсем, да? Что же же мужик-то такой, что ты не можешь даже дырку-то в стене просверлить? Да ты посмотри на его лицо, как он понятия не имеет, что такое дырка, тем я более отверстие. Тяжелое, наверное, держать тебя. Да я сейчас маленькую дадим. Столько дырок-то сверлю. Слабак, я слабак. Давай. Сверло не забудь ставить, парень.